Нравственное воспитание в работе с людьми, отбывающими наказание, и их ресоциализация – это основные направления действий уголовно-исполнительной системы. В текущем году в области было проведено немало культурных и спортивных мероприятий с активным участием осужденных. Так, недавно отбывающие наказание в исправительном учреждении организовали небольшой концерт для областного общества слепых и привезли угощение – выпечку собственного приготовления. Осужденные из колонии поселения подготовили музыкальную программу собственными силами. В ходе концерта представили песни с аккомпанементом музыкальных инструментов на двух языках. Прозвучали кюи на домбре, а также читали стихи собственного сочинения. Основными темами выступлений стали высшие общечеловеческие ценности, права и свободы. Одним из целей направления воспитательной работы с осужденными является приобщение их к труду и к активному участию в общественной жизни. Данная концертная программа проводится в рамках акции «Твори добро» как среди сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и среди осужденных учреждений. Майор юстиции Жены Сыбраев вручил в подарок общественному объединению картину ручной работы. В городе Кокшетау более 230 инвалидов по зрению. По словам председателя областного филиала Казахского общества слепых, подобное мероприятие – особенная возможность для членов общества насладиться искусством. Сегодня в нашем филиале Казахского общества слепых состоялся прекрасный концерт. Мы первый раз встречаем такой коллектив. Я думаю, что в будущем мы можем к ним приехать с ответным визитом. На концерт пришло не очень много людей, потому что, ну видите, у нас инвалиды по зрению. Это сопровождено с сопровождением, потому что гололед, вот в этом плане немножечко. Но я думаю, все они получили огромное удовольствие. И на инструментах люди играли, и прекрасный вокал у них был. Все замечательно. В конце мероприятия для гостей был представлен сладкий стол, который осужденные колонии поселения подготовили своими руками. Трудовое воспитание, как и арт-терапия, приобщают осужденных к активной общественной деятельности. Эльмира Оспанова, Павел Соловьев, Ардак Тлеугабулов, Кокше, Акпарат.